У мемориала защитникам правопорядка на Александровском проспекте почтили память погибших правоохранителей. В церемонии возложения цветов приняли участие семьи погибших и глава одесской полиции Дмитрий Головин. Ушедших правоохранителей почтили минутой молчания и молитвой. Ежегодно 22 августа в Украине вспоминают защитников правопорядка, погибших во имя служебного долга. Сотрудники правоохранительных органов, милиции, полиции, они погибли, защищая граждан Украины. Они не вернулись со службы. Поэтому эту дату, этих людей надо помнить всегда. Независимо от политической ситуации, независимо от того, что происходит у нас. Пока жива память, живы они.